сегодня утром встали. Лариса насмотрелась тут в Ютубе. Там на каком-то супер-мупер гриле жарят. И смотрю, пришла, раз, и уже жарят. Я быстренько схватил камеру и снимаю. Ну расскажи, Ларик, что жаришь? Здравствуйте, товарищи жарящие. Жарящие, да, кушающие. Вчера мне сделали замечание, что я постоянно говорю девочки. Ну, я думала, у нас канал для девочек. Ну, мои, в частности, видео для девочек. Как это для девочек? А у меня мои видео, ну, видосы. Я сказала мои видео, я поправила. А оказывается, наши мальчики смотрят. Обижаются? Да. Сказали мне, что надо обращаться к ним особенно, всяко разно. У меня, конечно же, нет бекона. Это я купила сало, ну, такой прослойкой. И взяла его, разрезала как можно тоньше, как я могла. И заморозила в холодильнике. Вот сейчас пожарим с перцами. Покушаем. Посветнее. Я сюда не наливала ни одной капельки жира. Чуть и так хватает его. У нас антипригарное покрытие. Правда, сковородка уже начинает. Да, сковородки ровно год, она уже начинает портиться, надо новую сковородочку. Надо присолить с этой стороны. У нас ничего такого. Все, что было в холодильнике, как бы. Нет, я встала сегодня, вернее не встала, вчера муж зарплату получил. Думала, мы съездим в магазин, купим что-нибудь. А то поехали? Совершенно пустой холодильник. Зря плату. Зря плату? Да я шучу. Мне вкалывать приходится много. По 11-12 часов. Приходишь вечером, уже не до видосов, если честно. Но в руки себя берешь, думаю, надо. Во-первых, зритель нас ждет. Ну и как бы хотелось бы немножко заработать. Попробуем, что это такое за бекон. Мне нравилось у Натахи в Америке. У них там и подкопченый, и просто соленый. И весь такой ровненький, продается в специальных упаковочках. А я здесь у нас посмотрела цену на этот бекон. Я даже не знаю, какой он был подкопченый или какой. 200 грамм бекона, что-то цена его 130 что ли рублей. Да ты что? Я пошла, вот купила килограмм за 220, по-моему, вот этого. Сейчас я покажу вам, что у меня здесь. Я, чтоб не сломался, побольше пакет взяла. Вот такие вот нарезала. Вот такие ну вот. Ты штуки. Какая? Нарезала. И теперь будем жарить, да, это? Ну. Конечно, очень полезная, нежирная пища. Всем советуем, в кавычках. Не, ну мы сейчас это с помидорчиком, да, Лариса? Ну да, мне очень, очень нельзя это. Один кусочек всего. Мне пока как бы можно, но нежелательно злоупотреблять. Я вообще никогда сало жареное с детства не ела. А теперь вкусы поменялись? Нет, я и сейчас не могу его, у меня даже... Просто для тебя хотела приготовить. Ты пока еще можешь, если у тебя поджелудочная не болит. Мы сейчас все расскажем, что у кого болит. Я тут стою, у меня слюна вылетает. Так хочется что-то. Хоть это и очень, в кавычках, полезно, но, блин, о, чайничек закипает. Сейчас кофеечку попьем. Это вот у нас утро такое, ребятки. Так, вроде бы готово блюдо. Лариса выкладывает, говорит, не снимай меня, не показывай. Я некрасивая, я только встала. А ты по мне так она и всякая красивая. Да, Ларик? Юр, осторожно, сейчас тебя стрельнет. Опа-на, а я и не знал, что она еще. Пока отошел тут, смотрю, она уже яйца начинает. Быстро побежал снимать.
что творит, а? Вот это мы сейчас нажрёмся, извиняюсь. Накушаемся. Девочки и товарищи кушающие. Товарищи завтракающие. Завтракающие. Я вообще люблю глазунью, но последнее время я почему-то перестала ее есть, я все время яйца перемешивала. Да как я люблю. А сейчас, сегодня, может, не будем перемешивать? Или сегодня? Давай, не будем, чтобы видос был красивый. Вот видите, посередине почему-то уже начинает эта сковорода пригорать. Почему? Вторая стала? Да, год использования и все. Человек живет, живет, а потом раз, почему-то и умирает. А оказывается, состарился. Как нам в больнице говорят. Диагноз, старость. А, у меня, кстати, выключенная сковорода уже давно. Такой вот у нас сытный завтрак. Один кусочек мне этого. Видно меня там? Бекона. Должно быть видно. Показывай, вот сюда. Всем приятного аппетита. Будем завтракать. У нас такой плотный завтрак, потому что нам нужно уехать из дома, чтобы не голодать по дороге. Рассказывай историю какую-нибудь мне. Что так сидеть будем, скучно. Скажем. Короче говоря, решили отключить камеру. Думали поговорить с народом. Ну, блин, ну, правда, так вкусно, что нет. Сначала покушаем, потом будем болтать. Я хотела сказать опять у меня хотела слово вырваться, девочки. Смотрите, какой у меня фикус. Можно я покажу? Да, покажу. Приобрела по случаю. Я его, конечно, обчекрыжила, потому что он весь был очень некрасив. Ну, выровняла хотя бы, ровно ему сделала все стволики. Вот. А это от него же. Вот это вот отросток. Он торчал в бок. И еще один есть. Я тоже его отсадила. Вот. Буду ждать, что из него получится. Сейчас уже зима начинается. Поэтому приходится заносить цветы все. У меня много чего в теплице было. Придется все затаскивать домой. Сижу, хаваю. Думаю, блин. Ты то хаваешь, что жрешь. Угу. Некультурный ты. Так я трехлетний ум у меня. Вкуснятинка какая, да, а? Тебе все вкусно. Что бы ни сделал, тебе все вкусно. Слава богу, что мне пока еще все вкусно. Что в этом вкусного? Просто так, чтобы с голода не умереть. Давай. Что давать? С голода не умри. Покажи. Ну вот я и говорю, чтобы с голода не умереть. Я раньше в детстве вот так, чтобы крышкой закрыли яйца, я бы их в жизни не ела. Сейчас вот вкусы меняются. Видишь как? Тут вот чаек зеленый. Уже все покушали, Лариса там хлопочет, убирается. Предвижу сразу сейчас такие пожелания. А почему ты не помогаешь? А почему ты не делаешь? Да у меня своей работы полно, кроме помощи в мойке посуды, как говорится. О, не чай, а чаища. Опять же, обращаюсь к девочкам, потому что думала, ну на нас девочки смотрят. Ну ладно, зрители нашего канала, друзья, подписчики, я опять переставила плиту. Я переставила плиту, ему уже говорю, уже скоро уже зима, скоро ты подключишь наконец эту вытяжку. Там вот у нас недоделанная. Готовая вытяжка. И вытяжка там лежит уже сколько времени, старая, конечно, наша. А я перетащила эту плиту, думаю, ну, наверное, это мне так будет больше удобно. Опять все перетаскала, эту старую мебель. Ну все, теперь сейчас так поставила. Думаю, пусть так у меня постоит, посмотрю. Ну, я быстро ко всему привыкаю. Поэтому так и сделала. Что еще хочу сказать. Вот это вот место у меня, которое кладовка,
Муж когда делал, девочки, я с вами делюсь, муж когда делал эту кладовку, он мне говорит, давай вот эту кладовку, она так и останется, только дверь будет с коридора. Я ему говорю, нет, мне так не надо, я с ним спорила, кричала там, пена. Она всегда со мной спорит. Пена, короче, у меня была. Ну, сделай мне вот так, мне нужно так. Теперь я когда захожу на кухню, я всегда себя ругаю, думаю, ну зачем я это сделала? У меня был бы угол классный, где можно было что-то поставить. Теперь мне все это мешает. Ну вот что это за такое? Почему вот мы, женщины, не слушаемся, когда нам говорят? Да, надо слушать. Когда будет... Своих мальчиков. Как будет лучше. Ну вот, девочки. Опять девочки. Показала вам, как я тут переставила. И, кстати, сегодня собралась запечь курочку. Достала, чтобы разморозила. Покупала. И салатик сделать с баклажанами. Может, если время будет, сниму, обязательно покажу. Всем пока. Пока-пока. Доброе утро. Да.